Доброе утро. Март месяц, 20 марта, по-моему, сегодня. Числа не помню обычно. Так, я здесь несколько видиков наснимала про жилье в Америке. И соединю их вместе. Они там сняты в разные дни, поэтому и море разное. В одном месте шумит, и шторм в другом месте не шумит. Вот, а покажу там частные дома и квартиры в Америке. Ну, так вот, то, что в Америке. Там, где я езжу. Я обследую сейчас, я задалась целью обследовать побережье, потому что все здесь не объедешь. И не везде я была, поэтому я сейчас делаю такие вот круги. Хазбанд меня в этом не поддерживает. Он говорит, что ехать без толку не надо. Вот. А я люблю без толку. Вот, и какой тут толк. Так, жилой дом показываю. Жилой дом, но здесь, конечно, цена будет такая приличная. Дом хороший, смотря за какие квартиры, конечно. Вот. Фонтанчик там какой-то. Клумба, кстати, так себе. Что-то еще не обновляли. Камушки засыпали. Вот у них все же засыпано камушками или мульчем. Вот это дерево обалденное. Ок. Я не знаю, как оно называется, но вот такие у него корни, которые врезаются прямо в эту, да, в землю, то есть врастают. Корни или наоборот это ветки, непонятно. Солнечная погода сегодня, где-то, наверное, 20 градусов тепла, 19 в марте. Вот у нас уже вовсю купаются, сегодня воскресенье, много народу на улице. Ну вот, вот такой вот дом. Дом, не огороженный этой security территорией, он не огороженный, а это значит, что стоимость не повышена. Обычно за security стоимость повышается, а security многие люди не хотят, потому что она не нужна, потому что здесь не нарушают никто правила. Вон кодовый замок в подъезде и все. А это такой фонтанчик. С посейдонами, по-моему. И там рыбы есть? Нет рыб. Вот. Так. Ну и что хотела это самое. Сейчас я пройду сюда подальше и нарежу другие видики. Там я понаснимала обыкновенное жилье такое попроще. Людей? Ну как попроще? Ну разное. Дома частные. Стоящие на море. Стоящие на море стоят дороже, я говорила. Не стоящие на море стоят дешевле. Вот. Ой, красота, свежо, так хорошо. Но днем, наверное, будет жарко. Днем будет, может быть, ну, градуса 24. Вот так вот, поскольку март. Летом, конечно, еще жарче. 27. Под 30 бывает. Но 40 у нас никогда не бывает. Кто-то говорил, там Африка. Кто-то у меня спрашивал, нет, не Африка. А еще почему не Африка? Потому что... У нас же море, бриз, и то есть сухой жары у нас нет. У нас влажность. Вот. Здесь вот такие вот попроще такие квартирки в розовом доме. Все они стоят на песке, все они стоят на море, на пляже. Что-то тут перегородили, ремонтируют. Выгуливают собачек американцы. Очень любят собачек. Это просто любовь. Ну, кошки. Кошки тоже, но кошки-то дома, их не видно. А вот собачками каждое утро гуляют. Вообще они их очень любят, тратят очень много денег на них. Здесь вообще обслуживание собак дорого. Очень хорошая работа, говорят, подстрижка собак. То есть очень выгодная. Вот там выход на пляж, сейчас схожу. Очень выгодная работа. Очень много платят за подстрижку собак. Поэтому кто это умеет делать, конечно, и кто это любит, конечно, это не каждому дано, я так думаю. Вот, ну надо, во-первых, быть собачником, конечно. То есть очень это дело любит. Слушайте, вон пеликаны полетели такие большие стаей. Вот. А я сейчас покажу
выход на пляж. Дышу вам в телефон, потому шагаю, потому что если я буду руку отставлю подальше снимать, на меня будут обращать внимание, люди на балконах сидят. Ну вот типичные квартиры в Америке, типичные, с бассейном. Это просто что на море, да, на пляже. Вот, а... Да, сидят на балконах люди. Вот, а так вообще, вот типичное, с бассейником, вот эти вот кресла, и за вот это надо платить, конечно, то есть за обслуживание вокруг дома надо платить, поэтому квартиру купив, не пойду я в песок, купив квартиру, конечно, имею в виду, что надо дополнительную плату ежемесячно вносить, или там в год, они как они там ее вносят, потому что обслуживают люди, режут кусты, моют бассейн каждое утро. Ну как моют, там у них есть специальные эти всякие соль и прочие препараты, которыми моется бассейн, чистят. Вот поэтому в квартирах даже иногда жить дороже, потому что кто-то за тобой ухаживает, ты не можешь отказаться от этой платы, поскольку эта плата обслуживает весь дом и все, что вокруг него. Так, а мы продвигаемся дальше. Вот там вот маленький гольф. Гольфовый клуб, мини-гольф называется. Вот такие вот, как городки построенные. Там платишь какую-то денежку. Или если ты запишешься мембером. Мембер. Это постоянный клиент. Вот, то будешь ходить туда бесплатно. Или там какая-то погодовая плата, но неважно. Это гольфовая маленькая... Маленькая гольфовая территория. Вот там, вот там, вот там, где красные флаги, да? Где там? Вот. Так. Вот такой вот домик, да? Это с другой стороны я подошла к нему. Вот этот. Парковка, как видите, здесь на улице. Ничего страшного, все бросают машины свои. И ничего с ними не случается. Все мы паркуемся на улице. Хотя у нас в доме на две машины гараж, да, вот, например. Ну и кто туда ставит? Да никто. Это каждый раз заезжать в гараж. С какой целью? Снега нет. Конечно, в Северных Штатах, на севере Америки, там, где снегом засыпает машину, и утром надо ее откапывать. Понятно, понятно, что нужно в гараж ставить. Ой, какая, боже мой, какая спортивная низкая машина, дорогая. Вот, вот такой вот домик, тоже квартирный, там бассейн есть, но как-то неудобно мне, вон бассейн за этой белой, мне этим неудобно подходить, люди, смотрю, лежат. Надо пораньше, надо рано-рано утром прийти и тогда снять бассейны, потому что они уже с утра лежат, потому что в 9-10 солнце не жаркое и безопасно все это. Вот моя веерная пальма опять. Еще один вот такой квартирный домик. Так, квартиры. Поскольку на море цены, конечно, высокие, поэтому они будут не по зубам тем, кто приехал только что в Америку, да? У меня там спрашивают по ценам жилья. Если иммигрант купит, как в России называют иммигранты. Здесь Америка вся. Morning. Америка вся на иммигрантах, поэтому, то есть они и 300 лет назад приехали, тоже иммигранты. Просто одни раньше приехали, другие позже, да? Вот, так. Так вот, цены, конечно, здесь, поскольку на пляже дома стоят другие. Но еще раз повторю, если вы в таком же доме, только подальше, здесь 10 километров, 20 километров отъехав от пляжной территории, купите квартиру, то это будет в 3-4 раза дешевле, смотря в каком районе. Район очень важен. Вот вам бассейн, и вот там мужики бросают, играют во что-то. Вот там вот бросают, забрасывают какие-то эти. Вот жилой дом, да, и к нему бассейн. Так, а мы вышли на пляж. Опять я в песок не пойду. Уже достаточно много народу, ну, потому что воскресенье. Вот такой с террасами. Здесь даже не балконы, а большие веранды. Очень удобно. Веранда классное дело, конечно.
Вот, еще раз хочется сказать. Вот когда в Америке на балконах, вот видите, балкончики, да, веранды, нет никакого, никакой не мебели, никаких ненужных вещей, никаких посторонних предметов там нет. Никогда. Никто ничего не ставит, никакие велосипеды, ни детские коляски, ничего. То есть это и не разрешено, и американец сами они не ставят. Вы знаете, вот как-то они, ну как-то сами они это не делают. Даже нет объяснения этому. Есть у них стороджи, здесь так называемые. То есть, купив квартиру, ну вот простой дом такой, совсем простой. Входы с коридора, да, вот это же вот входы в квартирки в эти. Опять же, здесь такое вот жилье. Может быть, кто приехал жить постоянно, может и не захочет вот в таком доме жить, потому что вот входы с коридоров, да. Может быть, это даже саммер-квартиры, то есть летние квартиры. Ну, кто имеет вторую квартиру, скажем, что живет на севере, а имеет вторую квартиру на юге. Вот. Так я про балконы говорила, что балконы не захламлены. Никогда практически такого не бывает, ни разу не видела ничего постороннего. Просто с кресла и все. В домах, там, где покупаешь квартиры, есть сторож. То есть, извиняюсь, кладовая такая. И в эту кладовку складываешь что-то, там тебе не нужно. Вот, и еще по городам, я когда приехала, смотрю, думаю, что это такое, гаражи или нет? Такие ленточным таким вот типом построены. Очень чистые, очень классные такие вот подразделенные. Похоже, как наши гаражи, только очень-очень хорошо ухоженные. Оказывается, это сторожи, ну такие большие. А кладовые, которые снимаешь, платишь деньги и складываешь туда. Они там бывают со стеллажами, без стеллажей. У нас был... мы складывали туда мебель, когда переезжали. Мы брали 3 сторожа, там 2 с air-кондишеном, да? То есть 2 с кондиционером, куда ставилась такая мебель там туда-сюда, чтобы она не нагревалась. Вот. А и один без кондиционера, одно помещение... Ну, сторожи представляют вот такой, типа вот как здесь гаражные ворота, вот такие вот сторожи представляют, да, вот одно твое, другое мое, и туда складываешь, что хочешь. Вот. И платишь за это деньги. Кстати, сторожи стоят не очень дорого в Америке. Их можно взять ближе к своему жилью, дальше от своего жилья. Вот. А мы с вами вышли. Опять же, вот это частный дом, а вот это их бассейн. Ну, вот типичное американское жилье. Типичная, с типичным бассейном. Здесь еще небольшой бассейник, видно, народу мало. Вот. А вот там море у нас. Пляж такой узкий, не широкий. Да, так вот в сторожах, когда сваливают мебель, да, или что ты там хочешь туда положить, обычно люди вот при переезде ими пользуются. Либо бизнес какой-то, например, нужно сложить какие-то свои бизнесовские дела, ну там ящики с товаром или что-то, они нанимают какие-то сторожи. Стоят они, кстати, недорого. Ну, в месяц что-то там, я не знаю, есть и $50, есть и $100, есть, может быть, еще и больше. Но я помню, что когда мы... брали его, мне муж сказал, что это очень-очень дешево обошлось. То есть совсем почти ничего. Ну, а мы с вами сейчас прощаемся, я переключусь и покажу вам как-то вот нарезкой другие дома, где живут люди по побережью Флориды. Пока. Подхожу к своей машине, приостановилась, здесь какие-то народ кучкуются, не пойму почему, на пляж идут что ли. Ну, неважно. Вот это какое-то, наверное, административное здание. Это не жилое. Вот какой-то офис или что-то. Что-то такое административное было написано. А я иду к своей машине и поеду по улице просто, куда глаза глядят. Куда глаза глядят, поеду и поснимаю вам дома американские. Просто жилые дома.
Вот моя машина. И уезжаем. Вот такие пальмы красивые. Пальмы здесь не вырастают из маленьких, слышите? Здесь они сажают их уже большими на подпорках. Вот так вот, ну, деревяшками так вот подпирают их. Проволокой прикручивают эти подпорки. Подпорки стоят долго, но, может, где-то полгода, пока примется пальма. Вот, поэтому здесь с маленького не растят. Так, все, я пришла. Вот такая, да, красивые пальмы, классные. И такие вот, мохнатые кусты сажают. Все, поехали кататься.